Московском педагогическом государственном университете состоялась международная научная конференция «70 лет Китайской Народной Республики. История, современность и перспективы развития». Мы часто бываем в Китае и часто имеем удовольствие встречать наших партнеров из Китайской Народной Республики. И, конечно, мы воодушевлены теми успехами, которые делают система образования Китайской Народной Республики, и прежде всего педагогического образования. То внимание, с которой государство, власть и общество относятся к подготовке учителя. И вместе с тем для нас очень примечательно и радостно, что в какой-то степени это и внимание к той истории, когда система педагогического образования в самом начале 50-х годов только начинала развиваться в Китае. И мы имели самое непосредственное отношение к созданию тех университетов, тех учебных заведений, которые сегодня занимаются очень успешно и эффективной подготовкой учителей. Данное собрание играет ключевую роль в развитии китайско-российских отношений, потому что текущий год является юбилейным для Китая. Мы отмечаем дату образования КНР 70-летия, также год является 70-летием со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, и мы празднуем столь значимую дату, и мы надеемся 1 октября в Пекине примем участие в торжественном параде. И также посольство 30 октября проведет торжественное заседание в честь установления дипломатических отношений между нашими странами. И хочу сказать, что за последние 70 лет наши отношения прошли через разные периоды испытания и продемонстрировали высокую жизненную способность и стабильное развитие. У нас есть огромный потенциал упрочнения подобных отношений, и являясь советником посла по образованию китайского посольства в России, я хочу сказать, что для меня имеет важное значение дальнейшее развитие гуманитарной связи. И, конечно, ПГУ имеет важное значение, играет ключевую роль в дальнейшем развитии российско-китайских отношений в плане образования. И благодарим вас за большой вклад в сотрудничество и помощь в воспитании, взращивании выдающихся специалистов. В рамках конференции был обсужден широкий круг актуальных проблем и вопросов, таких как особенности системы высшего и среднего образования в Китайской Народной Республике, развитие советско-китайских и российско-китайских отношений, истории создания Китайской Народной Республики и многие другие. Китай и во внутренней, и во внешней политике сегодня сталкивается с очень серьезными вызовами, которые, возможно, за годы реформ он не испытывал. Они связаны и с деятельностью США, и с рядом других моментов. Но все эти вызовы, которые он испытывает сегодня, они не демонтируют вот эту эффективную модель социализма с китайской спецификой. Вторая вещь. На наших глазах происходит обновление внешней политики Китая, что демонстрирует, в общем-то, новое качество этой китайской модели социализма с китайской спецификой. Инициатива «Один пояс», китайская мечта, новые, так сказать, экономические шаги Китая на мировой арене. Все это говорит о том, что Китай официально он остается большой развивающейся державой, но фактически происходит процесс постепенного накопления и перехода от большой развивающейся державы в перспективе к великому государству, к сверхдержаве. Но это длинный путь. И, наконец, третье. Российско-китайское партнерство, стратегическое партнерство сегодня является не просто центром глобальной стабильности, фактически для двух стран это формат
взаимной безопасности, взаимного соразвития и, самое главное, опоры двух великих цивилизаций. Вопросы связи экономики с другими отраслями человеческой деятельности до сих пор решаются в каждой стране по-своему. И мне представляется, что экономическое чудо Китайской Народной Республики, свидетелем и отчасти участниками которого являются Россия и другие страны, являемся мы, что это экономическое чудо связано с глубоким постижением внутренних основ человеческой деятельности, человеческого взаимодействия на всех уровнях, от микроуровня до мегауровня экономики. И вот, как мне представляется, основой китайского мировоззрения является представление о единстве мира, о связи всего со всем, разных уровней, начиная от сознания человека, начиная от истории развития человечества и данной страны, и кончая современными процессами глобализации, цифровизации и подобными им. Вот это вот единство, это, мне кажется, уникальная черта китайского мировоззрения и китайской экономики в том числе. И вот я приписываю успехи китайской экономики именно вот этим вот глубоким обоснованием, ведущим от Конфуция и других китайских классиков философии, и распространяемого на сегодняшний день. Если сравнить результаты социально-экономического развития Китая с двумя крупными странами, такими странами, как Китай, Россия и Индия, которые сопоставимы, ну, относительно по численности населения и площади, то мы увидим, что заметный отрыв Китая от этих стран. В 80-м году ВВП Китая и Индии находился на одном уровне. Китай сегодня опережает Индию уже в 5 раз по показателю валового внутреннего продукта. 25 лет назад экономика Китая по масштабу была существенно больше китайской. России, я имею в виду 91 год. А в настоящее время объем российской экономики составляет всего 1/7 часть китайской, если брать показатели ВВП. Более того, одна провинция Гуандун по объему валового регионального продукта производит продукта больше, чем вся Россия. Вот. На этом фоне особенно заметными становятся заявления на Западе, не соответствующие реальному положению дел, теории о распаде Китая. Как заявил в Шанхае, в Шафуданском университете, когда я вот там последнее время, раза два был за последний год, профессор Джан Вэйвэй, профессор Фуданского университета, он прямо сказал, что в настоящее время теория о распаде Китая потерпела полный распад. Вот. И надо сказать, что вот именно поступая показатели социально-экономического развития Китая показывают зримые успехи в мире. В то время как мировая экономика вступает в полосу кризисов, китайская экономика движется вперед. Китай занимает первое место в мире по объему экспорта, второе место в мире по объему импорта, первое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности. В валютно-финансовой сфере Китай стал одним из основных игроков на международном финансовом рынке. Китайская валюта юань вошла в корзину обязательного резервирования Международного валютного фонда. То есть Китай по настоящее время, Китай достиг таких за 40 лет успехов благодаря именно своей модели реформ. И успехи китайской экономики за 40 лет реформ не только показывают жизнеспособность китайской модели перехода от плана к рынку, связаны прежде всего с большой ролью государственного регулирования и значительным объемом инвестиционных программ для развития страны. По окончании пленарной части участники конференции продолжили работу в формате секций и круглых столов.